Ну вот попросили подождать еще минуточку, там просто перекачивают следующее видео. Вот. А в плане вступления я хотел бы вот что сказать. Вот. А тут, когда я начал преподавать в училище, вот, потом я уехал на Кубу, ну где-то так, в 89-м году. Вот. Да, я работал там 3 года как специалист. Да, больше педагог. Но что я хотел бы сказать именно в связи с этой темой, Ну, если мы знаем, что есть там красная книга, да, куда заносят редких, так сказать, животных, которые, так сказать, вымирают. И вот у меня, поскольку я преподаю сейчас историю цирка и эстрады, вот, для меня преподавал замечательный педагог Новодворская Илья Клина. Вот. Я ее все время к ней приходил, я говорю: Илья, держитесь. Вот. Но, к сожалению, она ушла из жизни. Вот. И я, так сказать, можно сказать, сам был обречен нести этот предмет, поскольку у нас на все наше училище, к сожалению, всего 2 кандидата наук. Вот. И это было вполне, так сказать, естественно. Вот. Но и у меня, я сделал большой стенд у себя в училище на дальней стенке. Вот. И в первую очередь я сделал на огромном таком щите схему Гуревича, земного человека. И ребята, когда подходят, они видят, что у него на схеме, кстати, эта схема легла в основу создания нашего сайта «В мире цирка и эстрады». Я когда Рыбкину показал эту схему, он говорит: это же готовые кнопки, да, бери и нажимай. Но, что интересно, прежде чем использовать эту схему на сайте и создавать его, он поехал к Гуревичу. Где-то так в 2004 году. Он поехал для того, чтобы, ну, спросить у него разрешение, а можно ли использовать вашу схему вот, в интернете. А он спросил: а что это такое? Что это? Да. Но ему было уже 94 года, Гуревичу. Вот. И Рыбкин открыл ноутбук. И значит, включил его, и Гуревич говорит: тут же моя книга, это моя схема, да. Весь мир будет смотреть на эту схему, будет любоваться ею, и, так сказать, она поможет нам лучше разобраться в жанровом, так сказать, многообразии. Гуревич Снойбонович, он говорит: а что, говорит, я очень буду доволен, о деньгах ни слова. То есть ни слова, он просто был рад и доволен, что вот его книга будет пользоваться таким вот спросом. И действительно, я считаю, что это, так сказать, уникальная вот эта вот схема, то, что он сделал, где можно воочию как бы увидеть, что у цирка 8 основных жанров, и у каждого жанра, как гроздь винограда, есть поджанр. И всего их там насчитывается 93. Вот. И когда я ребятам, ну как бы в шутку, предлагаю выйти в манеж, я говорю: давайте вот сейчас увидим вот эти вот жанры. Вот. Ну там, дай бог, насчитается, ну, 4-5. Потому что, на мой взгляд, ориентация идет, вот кто-то на конкурсе или фестивале занял какое-то первое место, там, полотно или хулаху, и пошло, так сказать, конвейер вот этих вот номеров. Ну, многое зависит, конечно, от исполнителя. Потому что бывает даже, так сказать, они как бы копируют, но в то же время, имея свое какую-то свою индивидуальность, свое «я», может произойти что-то интересное. Но в связи вот с музыкальной эксцентрикой
и в то время, когда я начал преподавать, и где-то после 90-х, по-моему, какое-то время, у нас в училище даже были педагоги по музыкальным инструментам. И предметы, это что называется, по выбору, по выбору. То есть любой студент, в принципе, мог, так сказать, ну, заниматься каким-то музыкальным инструментом. Могли быть инструменты, там, не знаю, концертина, или балалайка, вот, или же какой-то, не знаю, духовой музыкальный инструмент. Интересно, оригинальный. Да. И тогда действительно, иногда появлялись номера именно этого направления, в этом жанре. Кстати, один из ведущих наших педагогов, это Вячеслав Дмитрий Шпак, вот его бывший ученик, может, так сказать, подтвердить это. Это был действительно, он и есть педагог, который умел это делать. Его одна из лучших, я считаю, работ, это была там тройка, это Халдонов, Минаев и Давгай, вот, которые были как раз вот в этом жанре. Музыкальные эксцентрики. Вот. Но, к сожалению, вот сейчас этого нет. Вот. А поскольку музыкальная эксцентрика требует, я бы считал, так сказать, профессиональной подготовки игры на музыкальных инструментах, то это стало очень редким явлением. Но пока готовят видео, а вы меня попросили больше уделить внимание, а давайте я уже, так сказать, расскажу, а потом посмотрим. Больше уделить внимание именно практике. Вот я, кстати, вот эти лекции, благодаря им, они меня как бы заставляют доводить что-то до конца. То есть я начал работать над учебником. То есть если я писал диссертацию, это была теория клоунады, то я еще вел записи непосредственно в момент занятий, когда я занимался с ребятами специализации по клоунаде и мастерству актера. Я вел еще такие вот записи именно такого практического характера. Вот. И сейчас я, так сказать, уже подхожу к завершению этого учебника. Вот. И маленькая такая вот главка. Собственно, она так и называется. Ноктюрн на флейте водосточных труб. Вот здесь вы видите замечательного музыкального эксцентрика Дмитрий. Да, можете посмотреть. Человек-оркестр, музыкальный тандем, использование бытовых предметов как музыкальных, соединение игры на музыкальных инструментах с трюками цирковых жанров. Эти и другие темы подсказаны примерами, взятыми из репертуара известных клоунов. Меня приводило в восхищение универсальная игра уличных музыкантов, которые одновременно одной рукой вертели ручку шарманки, другой били в барабан, ногой дергали за веревочку, привязанную к медным тарелкам, и трясли головой с надетыми на нее колокольчиками. Музыкальные клоуны Алекс и Шантрель. Алекс играл на миниатюрной гармонике величиной со спичечную коробку. Он вынимал этот замечательный музыкальный инструмент из жилетного кармана. Шантрель аккомпанировал ему на гитаре. Затем оба играли двумя смычками на одной скрипке. Потом артисты надевали на головы, руки и ноги бубенчики и исполняли на этих своеобразных инструментах русские народные песни. У меня появились всевозможные дудочки и пастушечьи рожки. Это пишет Радунский, Бимбол. Я приобрел пивные винные бутылки и, наполняя их на разный уровень водой, настроил эти бутылки так, что получилось октавы. Затем я подобрал полтора октавы хорошо звенящих цветочных горшков разной величины. Вслед за этим я подобрал по звукам березовые поленья, из которых сделал вязанку дров. Раскладывая эти поленья в соответствующем порядке, я играл на них деревянными молоточками. Все эти созданные мной музыкальные инструменты, то есть в кавычках, были построены по принципу ксилофона. Номер «Бимбом» начинался с музыкального исполнения,
Например, мы играли на подобранных по размерам и тональности сковородках. Иногда мы играли на скрипках, одновременно карабкаясь друг на друга, перекатываясь друг через друга и делая акробатические прыжки. Очень мы любили играть на кордет-акестонах, причем они были оформлены, скажем, в виде поросят, то есть трубы были заключены в бутафорские изображения двух свинок. В громадной книге была заключена цитра. Или мы ломали большие часы и на специальной мраморной доске вертели вывалившиеся из часов металлические пластинки, издававшие мелодичные звуки. Наигрывая таким образом мотив, была у нас метла, на которой можно было играть, как на виолончели. Струны натягивались на метлу, а резонатор заменял бычьи пузыри. Успех имело исполнение на дровах или на обыкновенной столярной пиле, по которой водили скрипичным смычком. Специально подобранные камни, по которым мы били молоточками, заменяли нам ксилофон, а музыкальные инструменты превращались в колокольчики и бубенчики, подобранные по нотам. Своеобразным инструментом была визитная карточка, издававшая тонкий искрявый звук, когда по ней проводили пальцами. Трубетом, на котором мы ставили ноты, разбирался и превращался в тромбону трубу. Для освоения темы пародии на музыкальное творчество или музыкальные эксцентрики помогут книги. Это записки старого клоуна Радунского, клоуны Тристана Реми, цирк Евгения Кузнецова, глава 13, музыкальные клоуны, русский цирк и советский цирк Дмитриева, советская клоунада Макарова. В работе над этой темой будет полезное знакомство учащихся с классическими антре из сборника Тристана Реми. Это инструменты, кларнет, маленький скрипач, пианист. Вот здесь тоже есть фотографии музыкальных эксцентриков. Вот, а поскольку я сказал, что больше внимания я в этот раз уделю практике, собственно, здесь я и хочу перейти вот, к упражнениям и этюдам, которые полезно делать ну, в связи с этой темой, кто вдруг захочет быть музыкальным эксцентриком. Занятия ведутся исключительно с теми учащимися, которые профессионально владеют каким-либо музыкальным инструментом. Каждый музыкальный эксцентрик, писал Радунский, должен профессионально владеть скрипкой, трубой, концертино, ксилофоном, а иногда и некоторыми другими инструментами, так как все клоунские инструменты построены на принципе обычных настоящих инструментов. Например, Бельзак, это партнер Радунского, хорошо играл на разнообразных инструментах – скрипке, трубе, ударных и других. Бельзак играл одновременно левой и правой рукой на двух концертино, мастерски танцевал, сам себя аккомпанируя на скрипке. Кроме того, он был квалифицированным трубачом и исполнителем на ударных инструментах – ксилофоне, барабане и других. Занятия следует проводить обязательно. Ну, желательно, скажем так, совместно с педагогом по музыкальным инструментам. Первое – это соединение игры на музыкальных инструментах с движенческими элементами, а впоследствии и с трюковым действием какого-либо циркового жанра – акробатика, эквилибр, жонглирование и другие. Начинать следует с простых элементов, например, играя на каком-либо инструменте, ходить, маршировать, танцевать, приседать, ложиться, бегать, подниматься по лестнице, сгибаться вперед и назад и прочее. Игра на музыкальных инструментах в самых невероятных положениях. Например, пианино, лежа на крышке пианино, лежа под пианино, повернувшись пианино спиной, играть, помогая локтем, ногой, скрипка, балалайка, игра за спиной, под ногами, держа смычок между коленями и прочее, игра на инструменте с использованием элементов клишника, сгибаться вперед-назад, в мостик, садиться, в шпагат и прочее. Кстати, если у кого-то появится желание увидеть это в полном, так сказать, объеме, вот, кстати, вот в этом номере Грока, который длится 45 минут, когда он там играет, да, он проделывает вот эти все вот невероятные вещи. Казалось бы,
с такой фактурой, и в то же время, когда он проявляет какие-то необыкновенную какую-то ловкость, это смотрится, конечно, очень здорово. Второе – это соединение с трюками какого-либо жанра. Здесь вот есть фотографии, это номер Архипцева и Баранка. Это они работали вот акробатику с игрой на музыкальных инструментах. Это вот Лазаренко на свободной лестнице играет на ксилофоне. И даже Карандаш, который дудит вот такую вот дудочку. Если я вам дам. Акробатика. Акробатика соло. Например, играть на инструменте, делая боковые перекаты на манеже, по барьеру, коп-струн без помощи рук с одновременной игрой на инструменте и прочее. Акробатика пара. Например, переход верхнего клоуна по нижнему с одновременной игрой на скрипке. Вначале на правую ногу нижнего, затем на плечи, исход на манеж через левую ногу. Арабский перекат верхнего клоуна через спину нижнего партнера с игрой на инструменте. Нижний клоун полуприсев держит у себя на коленях верхнего и оба играют на инструментах. Нижний момент игры поворачивается на 180 градусов. Акробатика группа. Например, играющие на различных инструментах клоуны могут составить колонну из трех человек, как это делали клоуны Колдонов, Довгань и Минаев. Средний клоун играл на балалайке. Режиссер Вячеслав Дмитриевич Шпак. Вот тоже есть у меня их фотография, я сейчас тут прочитаю, и я вам тоже покажу. Жонглирование. Жонглирование соло. Например, играть на каком-либо музыкальном инструменте и отбивать мяч с ноги на ногу. Играть на трубе без помощи рук, балансируя инструмент на губах. Жонглировать бубнами, одновременно отбивать руками ритм. Жонглировать колокольчиками с одновременной игрой. Бить тремя мячиками в барабан, выстукивая ритм. Жонгляж балалайкой с игровыми вставками, подкрутки руками, баланс на ногах и голове с трубой, подкрутки на руке и пальцах рук, вращение мяча на раз, трубе с кларнетом, подкрутки, баланс на ногах и голове. Я вспомнил, как репетировал Сергей Андреевич Каштелян с одним своим учеником. Вот. Они решили сделать, он с ним решил сделать номер с балалайкой. Поскольку парень виртуозно играл на этом инструменте, они сделали репетиционную балалайку. Ну, для того, чтобы они хотели соединить игру на балалайке с жонглированием. И вот я даже был свидетелем, мне было интересно вообще, я считаю, что это гениальный режиссер Сергей Андреевич Каштелян. И кто знает, вот я подумал, даже вот идя сюда, вот я посмотрел, опять же, вот, у меня несколько номеров, мне дал Шпак их переписать, и среди них номер Турганова, степ с девочкой, со своей дочкой. Я подумал, а ведь, может быть, степ, это тоже своего рода музыкальная эксцентрика. Да, поскольку, так сказать, это звуки издаются обувью, так сказать, ногами, и это настолько связано с музыкой, с темпо-ритмом, что, наверное, степ можно определить как музыкальная эксцентрика. Шпак Вячеслав Дмитриевич, он вообще считает, он мне так говорил, что вообще в цирке, поскольку человек действует под музыку, он как бы по-другому, ну, дает как бы ее, чтобы услышать, и видимый ряд вот этот эксцентрический, он, может быть, и делает эту музыку тоже эксцентричный, то есть почувствовать ее с эксцентрической точки зрения. Кто знает, может быть, именно трюка, музыка, она и есть, так сказать, действие артистов цирка. Ну, все это можно назвать как музыкальный эксцентрик. Вот. И вот, как Каштелян Сергей Андреевич, он говорит, вот, он со всеми говорил на «вы», он говорит, подбросьте вот эту балалайку вверх, она должна перевернуться, и поймайте ее в баланс, на гриф. Ну, на ногу. Ну, парень подбросил, поймал, и она упала. Он говорит, видите, у нас этот трюк пока не получается. Вот когда научитесь, вы мне позвоните. Действительно,
Где возьмешь методику подбрасывания балалайки и вопли? Конечно, он сам должен. И парень круглые сутки, он репетирует, научился. Он звонит: Сергей Андреевич, приезжайте, у меня получилось. Сергей Андреевич приезжает, показывает. Тот подбрасывает, ловит. А теперь, говорит, в темп перебросить ее на другую ногу. Тот подбрасывает, и она опять падает. Вот видите, мы не можем двигаться дальше, поскольку у вас это, теперь это не получается. Вот когда отрепетируете, вы мне позвоните. Вот. И вообще, он добивался в своей работе, Шляп, ну, высочайшей техники. И он, в общем-то, работал с теми людьми, которые приходили в училище, и не с пустого места, а когда человек был, ну, профессионалом, что ли, так сказать. Он занимался. Да, он считал, он вообще считал, что училище не должно выпускать номера. Не должно. Он говорит, ну как это так, что акробат говорит, я влево делаю в колесо, а вправо что-то у меня не получается. Он же говорит, разве может музыкант, до ре ми у него выходит, а фа чего-то не получается. Они говорят, вот эта спешка в подготовке номеров, это обкрадывание, так сказать, режиссера. Потому что для этого существуют какие-то другие организации, вот всесоюзная дирекция, еще где профессиональные режиссеры могут создавать, так сказать, ну уже... Через чего? Да, настоящие, так сказать, хорошие номера. Вот. Ну, это вопрос спорный, у некоторых это вдруг получается совершенно неожиданно. И, в общем-то, у нас, если вы были на наших выпусках, ну, в каждой программе бывают хорошие, удачные работы. Удачные работы. Я на тот случай, если меня кто-то из училища будет. Да, в последнее время все реже и реже это появляется, к сожалению. А вот Баранов, вот он действительно какой-то мало режиссер, который из ничего. Вот я единственный пример понимаю, что Баранов, да, из ничего вот сделал вот этот фокус платочки, да, как бы он... А, совершенно он, неожиданно. Да, они пришли, ну, они учились, они вообще ничего не умели, и они его попросили, как бы, что-то сделать. Ну, гениальные, они действительно вот, неучи были, а потом весь мир отнесся. Не, ну тот же Шпак делал, тоже с шариком. Один шарик, пожалуйста. На одном шарике вот эти вот все классические дела, тоже целый номер. Да, другое вообще дело, что как бы стал он работать его или нет, но номер был реально на одном. У нас преподавали, ну, когда я только пришел устраиваться в училище, вот, у нас было, так сказать, на нашей кафедре, в общем-то, всего два педагога. Это Бреев Борис Александрович и Шпак Вячеслав Дмитриевич. Вот. И когда я высказал свое желание, что вот хочу вот работать именно в клоунаде, а у них был педсовет какой-то, они поднимались, и Шпак остановился, говорит, знаешь что, говорит, вот у меня есть реприза, вот там он с тарелкой чего-то, потом он ее разбивает случайно, ну финала нет. Он говорит, пока мы там заседаем, ты, говорит, подумай. Я даже походил, подумал. Вот. И когда они уже с Бреевым спускались вниз, я говорю, у меня есть, я говорю, 7 вариантов финала, среди которых вот эти маленькие осколочки разбрасываются в зрительный зал, потом создается какая-то музыка. Вот. Бреев сказал, ладно, иди пиши заявление. То есть и у нас как в училище было, что прежде чем выгнать кого-то, их пропускали через клоунаду. Потому что если там ничего не придумают, значит тогда уже все, уже бесполезно что-либо делать. И вот, собственно, почему я на Кубу уехал вот, где-то в связи с этим. Потому что мне вдруг предложили вести специализацию. Ну, говорят, тут у нас 5 акробатов, и мы их хотим разогнать. Может быть, а я был сам председателем цикловой комиссии в УНАМе. Вот. Естественно, поскольку я председатель, то мне приходилось работать самым плохим материалом, что называется. Вот. Я лучших и
так сделается, а вот то, что похоже, ну, мне это было даже интересно. Потому что 5 акробатов, мне сказали, только сам, они ничего не умеют делать, попробуй что-нибудь. Я говорю, ну показывайте, я говорю, чего вы не умеете. Действительно, я говорю, вот сделайте, знаете, вот делают перекат, трактор вдвоем, когда берут за ноги. Вот. А я говорю, а на троих слабо, а что слабо, сейчас попробую. Вдруг бац, все это развалилось, один пополз в медпункт. О, Господи, какой кошмар. Ужас. Я говорю, а давайте колонну. Я им достал фотографии, у меня были колонны сделал. Бац, опять развалилась моя эта колонна. Я говорю, что же делать? И думаю так, про себя в стране у нас 89-й год. Такое же состояние. Все разваливается. Все разваливается. Вы знаете, вот в связи с этим я подумал, а что, в общем-то, ничего, я сделал оживший плакат. Я их переодел, у меня там была доярка, вот, это самое, шахтер, вот, был парторг с газетой, он же рыжий клоун, вот. И у них были еще плакаты. И вот я взял вот эту тему музыкальную, «Широка страна моя родная», где так больно, и моя колонна, то есть группа оживала постепенно, и вольно дышали, если бы не телефонный звонок, полуинский, знаете, такой телефонный звонок, ну кто, конечно, повтор, он поднимая трубку, и звучит замечательно вот эта тема Утесова, все хорошо, вот и красные маркизы, и хороши у нас дела. А в это время они выстраивали свои колонны, там сверху плакат даешь, который благополучно рушился. Вот. Это было смешно, знаете, тогда это было по-настоящему. Как эксцентрика? Что это было? Да, это были акробаты эксцентрики. Акробаты эксцентрики. Вы, кстати, не существовали? Нет. Потом, к сожалению, я был тогда членом партии, поскольку, когда я попросил Сергея Михайловича, я говорю, я хочу, чтобы вы были моим научным руководителем, поскольку я пишу клоунаду. Он говорит, тема клоунада, а ты, говорит, член партии. Я говорю, да нет, как бы, а зачем? Вот, а зачем? Ты, говорит, подумай. Я неделю походил, подумал, потом говорю, я понял. Бичом сатира и гротеска, мы будем бороться с негативным явлением в нашем обществе, помогать партии, быстрейшему продвижению к коммунизму. Говорит, здорово. Здорово. И так я вступил в партию. Он говорит, потому что без партбилета эту тему под кремлевскую стену не положишь. Вот так. Ну вот. Удалось положить. Вот в результате. Вот, я сделал, то есть не было ни одного партийного собрания, чтобы меня не вызывали и не клеймили за то, что я использовал гимн Советского Союза, почему-то стал гимном вдруг. Вот. И тогда какое-то время у нас был директором Амитенко Александр Александрович. Да, он меня вызвал, говорит, Жень, ты же уже защитился, я говорю, да. Пока, говорит, моя подпись в силе, говорит, я тебя могу отправить на Кубу. И попал я в такой социализм, я вам скажу. Что? Это было наказание такое. Итак, дальше. Жонглирование пары, танцующий мяч. Это упражнение заключается в том, что двое исполнителей играют на каком-либо музыкальном инструменте и одновременно перебрасывают мяч друг другу с ноги на ногу, с головы на голову. Отбивание мячей друг другу, а доску с музыкальными клавишами. Перебрасывание мяча в одиночном и парном жонглировании на музыкальные пластинки, монтированные в головной упор, как это делали музыкальные эксцентрики от Ливанника. Стоять на плечах нижнего партнера и бить мячами о барабан, прикрепленный к поясу, нижний бьет мячами, а барабан снизу. Это была, в общем-то, там они не играли на музыкальных инструментах. Я сделал вот эту группу А, то, что мои вот ребята, сын Талдонова, как раз сын Талдонова. Вот. А что степ? А? Нет. Они перестали ее почему-то делать. Но это была одна из моих чуть ли не самых любимых реприз. У меня стояли четыре пюпитра. Четыре пюпитра. И выходил первый такой Талдонов, он такой, что это?
хотел выбросить. А идея была какая? Потому что я им предложил, я говорю, ребят, понимаете, вот мне кажется, что в каждом предмете, который каким-то образом связан с музыкой, эта музыка в нем живет. В нем живет. И как только он брался за этот пюпитр, в него вливалась сразу какая-то необыкновенная музыка. Вот. И он совершенно на глазах преображался. Выходил второй, он как бы не понимал, в чем дело. Он отбирал, и с ним происходило. А?